потому что это его песня и это его воля. Песня очень трогательная, настоящая и искренняя, потому что он ее писал там, в окопах, находясь на позициях. И вы знаете, два года назад, 9 мая, мы узнали о том, что Сергей Лысенко стал журавлем Донбасса. Эта песня его и звучит она сегодня для вас в день Великой Победы.